Здравствуйте, в эфире интервью. Сегодня у нас в гостях руководитель Федеральной академии вождения Семен Сокур. Поговорим о том, как сейчас в Омске проходит подготовка будущих водителей. Семен, здравствуйте. Добрый день. Ну, наверное, больше всего сейчас интересует вопрос многих. Две недели прошло с того момента, как будущим водителям изменили правила сдачи экзамена. Убрали площадку, и вот элементы, такие как горка, змейка, парковка, перенесли в реальные городские условия. В Омске уже эти изменения ввели, все по новым правилам сдают? Да, в Омске ввели новые правила, вообще ввели по всей России. Мы представляем 7 регионов на сегодняшний день России. Поэтому, в принципе, работает, как ни странно. Все ожидали для России, что, как всегда, все усложнится. На самом деле, все как-то более-менее упорядочилось. И не то, что отменили горку, ее просто включили в элемент города. И сейчас, на мой взгляд, стало более объективно. Если ты умеешь управлять автомобилем, если ты действительно достойно обучился в достойной организации, то в целом мы видим рост положительных эмоций. Расскажу про детали. Одно из положительных эмоций — это инспектор сидит рядом теперь, а не сзади. Как оказалось, по отзывам учеников, кандидатов в водители, когда сзади он сидит, его не видно, и получать от него команды не так комфортно, как сидя рядом. И объективность вмешательства стала гораздо прозрачнее, потому что стал объективнее. Он, если вмешивается, значит, он принимает решение, что вы не справляетесь с управлением. До этого сидел инструктор, третье лицо, которое могло, по его мнению, вмешаться. А, как всем известно, вмешательство – это сразу несдача. Вот в связи с вступившими изменениями очень интересно, а как-то система подготовки будущих водителей изменилась? Останется ли отработка площадки вот именно в учебных планах? Да, конечно. Площадка остается для обучения. Мы считаем это неотъемлемой частью. Будет изменено, это с нашей стороны. Мы будем делать вождение больше, отрабатывать упражнений в реальном времени, потому что сдача экзамена будет в реальном времени. До этого было только площадки-конусы. И в целом, я думаю, что мы сильно не меняем принцип обучения, он остается тем же самым. На мой взгляд, положительно влияет регламент, потому что люди понимают теперь, что не надо заучивать упражнения, сами понимают, и мы вместе с ними отрабатываем их в городе. Угу. А вот по вашему мнению, изменения могут повлиять как-то на грамотность будущих водителей? Вот вы говорите, да, что в самом процессе сдачи стало легче психологически, и, действительно, да, понимаешь что-то. А вот на будущем как это скажется? Грамотность, он стал более объективным, как я еще раз повторился, экзамен. И действительно, мы, если понимаем, что он может припарковаться в реальном времени, сделать параллельную парковку, то логически, думаю, что да, будет грамотней. То есть у него психологически он уже более подготовлен. Были проблемы, психологический настрой, что человек выучил площадку, сдал ее, получил водительское, приехал на первую парковку где-нибудь там у супермаркета и потерялся. Чисто психологически. То есть он умеет, но сделать не может, потому что он ни разу здесь не делал. Вот так. А вот хватает ли вообще для нового формата экзамена, скажем так, внутренних сил? Потому что и так часто слышим о том, что большие очереди в день экзамена, с утра, да, в 8 утра ушел, в 8 вечера пришел. И все это время ты находишься на экзамене. Вот с новыми правилами время как распределяется? Сейчас в любом случае идет такое тестирование внутреннее. Мы выписываем вопросы к управлению ГАИ, ГИБДД какие-то делают поправки, чисто технические, которые позволяют в регламенте. По существу, он тестируется, экзамен. Весь апрель он будет тестироваться. Сейчас мы видим, что время практически то же самое затрачивается на весь день. Единственное, что в чем мы видим плюсы, я лично вижу, что на старте экзамена, если у человека не хватает навыков, быстрее будет выявляться, соответственно, быстрее будет идти экзамен. То есть ранее он пришел на площадку, зазубрил ее, пока инспектор увидел, как он ее сдает. Пока он пересел в другую машину, пока они поехали в городе выяснили, что он не готов к реальному времени вождения. Здесь сейчас он будет стартовать в реальном времени, и заучивание площадки не поможет. Если он не готов, это выявится в ближайшие 5 минут. И
кандидат не сдаст, сразу следом пойдет другой. То есть здесь баланс. Да, там время экзамена увеличилось, реально сложнее, ну не то, что сложнее, появились нюансы, но за счет того, что выявляется неготовность быстрее, то баланс существует. Я думаю, что очереди будут балансироваться. Мы все меры принимаем для того, чтобы выявить на этапе обучения и не допустить его вообще до экзамена в ГАИ неготовых. Так как новый регламент он вообще подразумевает контроль качества со стороны ГАИ и низкий процент у тех школ, которые будут информироваться в Министерство образования, будут санкции определенные, поэтому мы уже работаем уже и давно достаточно, чтобы ограничивать лиц, которые не готовы, до государственного экзамена. Чтобы также не создавать очередь для тех, кто готов. Вот такая логика. Ну, то есть, вот вы говорите, в апреле будет в тестовом режиме все проходить, а потом, ну, возможно, какие-то доработки. И да, я говорю, что есть технические моменты, там ожидания, допустим, можно возле ГАИ ожидать, в помещении ГАИ, можно ожидать в помещении школы. Это регламент позволяет. И, как мы видим, в 7 регионах это делается по-разному. Управление ГАИ говорит о том, что там, и в том или ином случае удобнее так, либо так. И мы тоже понимаем, что в апреле надо все-таки всем попробовать, чтобы принять какие-то решения, как это сделать. Но я убежден, что будет самое оптимальное решение, и все равно для граждан будет максимально комфортное условие. Угу. Вот вы затронули одну очень важную тему, о которой, ну, нередко говорят те, кто пытается сдать город. Тот момент, когда инструктор вмешивается в вождение, да, ну, берет в руки руль, и, соответственно, на этом моменте экзамен заканчивается автоматически. Вот. По новым правилам как-то вообще возможно оспорить результат экзамена? Регламент позволяет оспорить. Сейчас они прописали более подробную инструкцию, как оспорить. Оспорить можно, но я еще раз повторюсь, есть четкий перечень задач. Эти задачи мы проговариваем, показываем на внутренних экзаменах, внутри школы. И любой кандидат в водители понимает четко критерии. И я думаю, что спорных моментов будет очень мало. Надеюсь на это. И поэтому человек понимает, если он выполнил задание, я уверен, что государственный инспектор не будет предвзято относиться. Если он не выполнил, он сам понимает, что он не выполнил, оспорять по сути нечего. Ну и к тому же в машине, на которой сдаешь, ведется видеонаблюдение, аудиозапись. 4 камеры, да, аудиозапись и возможность представителю либо общественной организации, либо представителю учебной организации присутствовать для максимальной объективности. Такой еще вопрос. Ну, если сравнивать на дистанции, допустим, последние несколько лет все-таки в автошколу более подготовленные заранее уже водители приходили раньше или приходят сейчас? Раньше. Да, я работаю с 2007 года в образовательной сфере. Сам работал лично 3 года инструктором по вождению. Изнутри знаю тенденцию. И тенденцию мы эту отслеживаем. 10 лет назад действительно с опытом приходили больше людей. Я не знаю почему, может быть, поколение Apple появилось, Coca-Cola, но сейчас почему-то, в принципе, молодому поколению менее интересна тяга к управлению, вообще к техническим моментам. Все с ноутбуками, с наушниками. Не знаю, хорошо это или плохо, но с опытных людей меньше стало, те, которые там пробовали заранее или там с родственниками ездили или в деревне где-то, их стало меньше гораздо. Школам стало чуть тяжелее, что они там 10 лет назад планировали, какой-то процент придет подготовленный, в них надо будет меньше вложить и финансов, и энергии. Сейчас работаем практически там 99%, это, ну, 97-99% это вот реально без опыта вообще вождения, даже не представляют и не понимают принцип действия. Но вот ваше личное мнение все-таки, насколько это хорошо, что водитель без прав приходит и показывает, что он уже умеет водить? Ну, конечно, базовые навыки, какие-то понимания, принципы действия, это вот, я считаю, что это плюс, ну, какой-никакой, но это плюс.
Но в целом мы готовы учить с нуля и 100% готовы учить с нуля. Единственное, что, как я повторялся на предыдущих интервью, на мой взгляд, обучение не должно быть стоить очень дешево, потому что эта услуга ты получаешь один раз в жизни, и все-таки хочется туда больше заложить базовых навыков, часов. И мы всех призываем к тому, чтобы не экономить на обучении, так как это ваша безопасность. И вот сейчас новый регламент, он позволяет более прозрачный экзамен делать и понимать, насколько люди готовы или не готовы. И мы делаем все для того, чтобы запланировать больше мероприятий в обучении, больше вложить в человека каких-то данных. И все-таки мы максимально заинтересованы, чтобы процент сдачи был высокий. Угу. Семен, еще вот такой, наверное, вопрос напоследок. А на ближайшее время еще какие-то изменения планируются? Известно что-то об этом? Надеюсь, что нет. Единственное, что мы ждем 16 лет обучения и сдачи экзаменов, 16 лет вождения в 17 с рядом с наставником. Ну, ждем этого. Это интересно. Это еще в мое юношеское время пытались ввести. Я мечтал о том, что я буду водить еще несовершеннолетним, и рядом будет наставник, отец, например. Там. На мой взгляд, это интересное событие, оно должно произойти. Мы его ждем. Я считаю это правильным, потому что вот действительно с обучения выйти, когда у тебя был наставник, сесть за руль одному лицу. Также, может быть, ты имеешь навыки, но психологически ты можешь растеряться. И вот бывают такие случаи, когда человек теряется и там, создает какую-то неприятность на дороге. Поэтому первое вождение с наставником было бы неплохо. Семен, спасибо вам большое за интересную беседу. Да, пожалуйста, всегда рад ответить, донести информацию. А я напомню, это было интервью с Семеном Сокуром. В студии работал Филипп Лебедь. До встречи в эфире.